Итак, друзья, всем привет, с вами Максим Шубин, канал «Это реально интересно». И что ж, мы, ребятки, продолжаем играть NFS Hit. Оу, oh, yeah. Вот это моя тащила, ребятки. Оу, oh, yeah. Черт возьми, как же она охренительно выглядит под этими всеми лучами. Так, ну что ж. В смысле, а что ты не работаешь? У меня, короче, управление опять сменилось, ребят. Охрененно, просто лайк игра. Так, ну что ж, ребятки, поехали. Вот у нас, собственно, первая наша гонка в этом видосике. Поехали на нее. Оу, yeah. Ух, тачка какая зверская стала. Она и была до этого не супер, скажем так, нежная. Сейчас стала еще жестче, еще более дерзкой. Ну что ж, ребятки, не забываем ставить лайки друзьям, рассказываем, колокольчик нажимаем, подписываемся на канал, ребята, это очень важно для меня. Давайте наберем хотя бы, не знаю, 30, хотя бы 30 лайков, всего лишь прошу, ребят, что-то под прошлым роликом совсем мало лайков набрали, ребят, больше лайков ставим со всех своих аккаунтов, друзей зовем смотреть этот ролик, тоже скидываем ссылку им на этот канал, на этот ролик, ребят, и давайте вместе посмотрим, вместе будем катать в эту игру. Так, и смотреть, конечно же, финиш цель, ага, понял, первый нужно, конечно же, финишировать. Монстр, который может всех надрать. Пошел ты к черту. Пошел ты к черту. Достаточно хорошо стартовали, между прочим. Прям нормально. Единственная трасса, я не знаю. Каждый раз, что за трасса. Ежедневное испытание. Че, куда, как. Нормально, нормально, ребятки. Так, че, кого, че, кого, че, кого. Это моя Эль Камино, ребятки, это моя Эль Камино. Тачка из этих, как его, из фильма «Во все тяжкие» или сериал, как хотите. Я, честно говоря, эту тачку только видел в фильме, не в сериале. Кто смотрел, ребят, этот фильм «Эль Камино», напишите в комментариях. Даже если не смотрели, то напишите, тоже я не смотрел. Блин, я трассу вообще не знаю, я просто как бы вот смотрю туда на карту и пытаюсь понять, где поворот-то будет. Да, вот эти есть указатели, но они не особо, честно говоря, для меня. Тем более ночью все. Мы гоняемся. Не, мне тяжело. Блин, не в географическом плане тяжело, ребят, серьезно. Я еще по-прежнему первый, хоть я и уже вылетел с трассы. Это весело. Реально, в географическом плане мне тяжело играть в эту игру. Я не знаю карты. Я не знаю дороги, трассы. Это тяжело. Тем более ночью. Днем все-таки попроще было бы с этим. Хрен тебе, хрен тебе. Пошел ты к черту. Перекрещиваем траектории. Я снова первый. Ну, ребят, здесь мы прям боремся. Здесь мы прям боремся. Здесь мы прям боремся за первое место. О, ёптать. Жестко. Че, где нитро? Блин, очень жесткий поворот, ребят. Я все время в дрифт почему-то пускаюсь. Не знаю, мне кажется, что это более эффективно. Но это нифига не, походу, не более эффективно. Это наоборот. Супер неэффективно. Черт возьми, как же опасно, ребят. 500 метров осталось. Я по-прежнему первый. Но, блин, очень меня сильно сейчас атакуют. Финиш, ребята, финиш. Гоу. Давай, давай, давай. Первый, 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 первый. Есть, ребята. Это финиш? Да, все, 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 четко. Ребят, есть, мы первые. Блин, а почему продолжается? Типа, дайте какое-то бабло, там еще что-то за это. Типа, что делать дальше? Я не знаю, куда ехать вообще. Что происходит? Можно там, типа, ну, знаете, как в конце была, типа, там, останавливается немножко так игра. Я просто куда-то по-прежнему еду, я не понимаю, куда ехать дальше, что происходит? Я ничего не понимаю, что происходит в этой игре, йоу! Ладно, короче, эмочку нажимаем. Так, ну что, мы здесь уже все прошли, тут... Мы же... Вообще, мы первые приехали, первый раз, ребят, все. Первый раз получилось мне. Так, масштаб. Масштаб. Ох, ё-моё. А куда дальше ехать, я не знаю. Не нужен уровень репутации 7 и выше, получается, да? Ну, в принципе, я могу, наверное, перепройти какие-то гонки, чтобы увеличить свой уровень, там, типа, я не знаю, насколько это нужно, не нужно. Найдено заправок, то есть, надо заправки всякие еще искать. Мне бы лучше гонку. Можно гонку сразу, типа, ёл, почему нет? Дилер. Я могу к дилеру отправиться. Могу в убежище отправиться. Но мне нужна гонка, ребят. Я же гонщик, мне нужны гонки гонять. Так, я даже не знаю, куда дальше двинуть. Так, куда дальше двинуть? А может быть, типа, попробовать днем что-то попроходить? То есть мы сейчас вот ночью скатали гонку, но может быть есть какие-то дневные гонки? Я вот что подумал. Реально. Убежище.
Нет, может там гараж какой-то или что-то типа того. Надо вернуться. Ну давайте, короче, туда-то. И попробуем, наверное, дневную гонку скатать, потому что ночь, дождь сейчас еще у нас, короче, не дождь, у нас теперь снег. Днем был. Днем был дождь, вот примерно такой дождь, как сейчас идет. Теперь снежище. Упс, да. Так, стоп, а где? Где убежище? Помогите мне. Вот, новый уровень. Заезжаем, ребят, в гараж. Ночь. Все норм. Нужно время, чтобы освоиться. Окей. А вот банк. Все. Ребятки, бабло увеличим, рост репутации. Кайф. Кайф. Множитель погони. Отлично. Рост репутации. Так, новый уровень открыт, новая тачка. Машина открыта. Nissan Silvia Spectre. Ну, короче, Nissan Spectre. Так, ладно. Дали добро. Могу продать тебе новые запчасти. Заводишь полезные знакомства. Радары. Победите заданное ограничение скорости, приехав мимо радаров. Понятно. Типа тоже репутацию можно повышать. Так, что за испытание гонщика? Ага. Ага. Я хочу, короче, днем испытание какое-нибудь пройти. Выбрав новое испытание, вы лишитесь прогресса в текущем испытании. Не хочу, не хочу. Да в смысле, что ты мне сюда... Блин, камон, мне что-то все туда, туда-сюда, туда-сюда, типа, йоу. Ну, в принципе, здесь бонус завершения. Ну, давайте ночью, да. Опять же, покинуть гараж. А, типа, я сейчас должен решать, куда мне. Ну, давайте, типа, день, я не знаю. Хз, посмотрим. Просто там гона как бы и не осталось. Я еще не совсем понимаю весь концепт игры. Конечно, это гонки, конечно, это нужно побеждать, зарабатывать репутацию и так далее, сражаться и дальше сражаться. Но, допустим, катсцен здесь мало. Пока что для меня мало почему-то. Ну, типа, обычно бывает их здесь. Привет, я провожу тренировочную гонку, интересно? Да. Да, пришли детали. Это круто, чувак, это прям круто. Кольцевая гонка, торнадо, ну погнали. Сейчас и пришлю. Надеюсь, увидимся в центре. Пока. Блин, я как в GTA-шке уже езжу по каким-то травам, муравам, полям. Ну погнали. Оу, yes! Аж боки какой-то такой, знаете, эффект боки. Ладно, когда я нажимаю нитро. Так, немножко дрифта. Чуть больше дрифта. Плохой дрифт. Блин, значит как-то... Вот, хороший дрифт, ребят, хороший дрифт. Так, здесь дрифт. Слушайте, да здесь надо только дрифтить, похоже, в этой игре. Это дрифт. Дрифт-гейм, я бы сказал даже так. Потому что, ну, здесь не все время в дрифте, в этих поворотах. Потому что тачка хреново, на самом деле, управляется. Вот в дрифте норм. И, типа, можно нормально проходить поворот. Хотя, конечно, не быстро получается, но, по крайней мере, получается их проходить. Так, это гонка, да? Ну, погнали. Я даже сменить тачку могу. Воу, ребята, блин, тачка, конечно, моя хамелеон. Вот эти всякие пересветы. Блин, охрененно, ребят, выглядит. Реально охрененно меняет цвета. Это же очень круто. Так, тихо. Кольцевая гонка торнадо. Цель, финиш, конечно же, быть первым. Но у меня лучше всех тачка выглядит. Однозначно лучше всех тачка, ребят, выглядит. Согласитесь, ребят, пишите в комментариях, как вам моя тачка. Ну, в плане внешнего вида это... Погнали, кольцевая. В прошлый раз кольцевую гонку я проиграл. Ну, потому что у меня тачка не особо под кольцевую гонку подходит. Вот конкретно это. И чудо красоты, да. Блин, я второй. Так, слипстрим, слипстрим, давай. Должен сейчас его. Блин, ну вообще он изи, нормально проходит эти повороты, еле как. С трудом. Пошел ты к черту. О, да. Эль Камино. Нормально, ребят, нормально. Ну, на самом деле, непросто. Непросто.
Стараемся никого не пропускать. Прямая. Заряжаем нейтрошечку. Ну, вернее, наоборот. Расточительно с ней поступаем максимально здесь. Чувству не хватает. Мне недостаточно поворачиваемость. Постоянно недостаточно поворачиваемость. Это не круто. 500 метров круто. Осталось. Ну, слушайте, я пока первый. Чувство тачка стала лучше. Вот, это супер отстойная ситуевина. Ребята, сейчас прямая, сейчас напрямую мне могут сделать. Ребят, ну давайте, давайте, гони, гони, гони меня. Моя тачка к финишу победи. Победа? Это победа? Я надеюсь, что это победа, потому что... Да, ребята, это финиш первым, ребята. Отлично, финиш первым, ребята. Награда 2096 баксиков. Кайф, чё? Зачем еще раз? Зачем? Чё это за кнопка еще раз? Я выиграл, зачем еще раз? Что за бред? Я красавчик. Супер красавчик. Так, что у нас здесь? Я так понимаю, следующая гонка доступна стала? Или нет? А, да, нормально, вот. Новая гонка. Да что такое-то? В смысле, вот же новая гонка. Или подожди, стоп, что за бред? Как, а можно масштаб поменять как-то? Нет, нельзя, да. Окей. Еще раз. Нет. Ну вот вроде новое, что здесь новое, я не могу понять. А, вот это новое. Ну давай. Вот, ребят, еще новая гонка, я так понимаю. Погнали. Кольцевая гонка, звездная. Ну хотя бы здесь... Знаете, типа в этом дневном режиме хотя бы здесь больше гонок, ребят. Это уже хорошо. Нам хочется гоняться, хочется разрывать. Вот. И, кстати, меня попросили уже поиграть даже в Most Wanted, там, так сказать, черный список, все такое. 2005 года, причем игру. Я в нее играл раза 4-5, наверное, проходил ее. Крутейшая игрушка, ребят. Напишите в комментариях, хотели ли вы, чтобы я стал проходить эту игру. Но как бы старая игра, не знаю, будет ли интересно вам. Но пишите все равно в комментариях. Старт. Ла-л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 а. Так, не поворачивать, а вот я понял поворот. Япона мана. Хром, стоп, а можно реплей какой-нибудь повторить? Ну потому что супер я неудачно как-то начал, супер неудачно. Это нормально, ребята, повторить можно. Это все-таки игра, гонки, все нормально, все нормально. Повторяем. Так, все, три. О, да. Обходим, обходим всех. Давай, ну нормально, вполне себе. Добротное начало. Нам все-таки надо быть первым, а не вторым. Так, слипстрим, слипстрим, слипстрим. Что, моя тачка вообще да, на максималочке-то нормально идет? Не хуже, не хуже, а может быть даже лучше тех пацанчиков. Немножко кудроватых. Так. Давай, газу, 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 газуй, моя малышка. Тулю, чутулю, чутулю. Занос надо впустить. Так, хорошо. Какая-то точка важная. Спидхант. Ага, типа... Чем быстрее, тем круче. Так, здесь. Нормально, нормально. Немножко... Блин, это просто один сплошный дрифт. Такое ощущение, что... Да. Нормально, выходим. Выходим, ребят, выходим. Все, по широкой траектории, знаете, в стиле Формулы 1. Нормально. Будущий спидхан. Хорошо, хорошо. Ух, как я проскочил, ребят. Просто идеально проскочил между каких-то там деревьев, столбов. Сейчас тоже, кстати, хорошо было, ребят. Я прям чувствую, дрифт здесь хороший на этой тачке. Достаточно можно уверенно дрифтовать, но в плане там, типа, по каким-то параллельным характеристикам машина особо не теряет. Может быть, даже приобретает. Так что... Ух, слушайте, я прям нормально иду. Я прям нормально иду. Тут как бы много прямых, и это, видимо, дает мне реальную фору. То есть на прямых я сильнее. Ну, хорошо, приятно. Хоть где-то моя тачка существенно лучше. Ну и я с моей тачкой. Вот эта ошибочка была неприятная. Я сейчас буду догонять, конечно же. Но нас не догонят.
Ну, здесь как-то и не по широкой траектории пошел, ну да ладно. И так сойдет. Давай, давай. Блин, тачка огнище, но прямо хорошо идет. Ну, если добротно. Здесь зацепил немножко. Ау, блин, короче, что-то я жесткое прошел. Давай, 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 осталось 500 метров. Ребят, меня догоняют, слушайте, я что-то как-то круг так себе прошел. Реально, очень даже так себе. Давай, давай. Гони, Никита какой-то там. Сзади меня был. Где-то в 200 метрах примерно. Ну, тут, ребятки, неплохо. Вторая, или даже третья, слушайте, третья, по-моему, победа уже подряд. Нормально идем, хорошо идем, мощнее, сочетание 10 штук. 10 штук баксов, четко, четко. Хорошо. Блин, как же много. Я вообще могу как-то съехать с места без... А что ж такое-то? Это сложно, короче, ладно. Так, давайте ищем новую гонку. Так, вот, пожалуйста. Йосиказу. Кольцевая гонка. Ну, пофиг. Давайте на кольцевую гонку отправимся. Чего нет? Можем на кольцевой гонке показать свой скилл. Нереальный скилл. Так, погнали. Оу, yes. Так, это... Здесь мы уже, наверное, были. Нам нужно, типа, все гонки выиграть. На самом деле... Я пока не чувствую какого-то прям прохождения. Я просто участвую в гонках, да. Я не чувствую какой-то сюжетной линии, если честно. То есть, где она? Где катсцены вот эти? Чтобы для понимания сюжета вообще. Что, как, что, к чему, почему происходит. Не, дрифт, конечно, прям классно. В этой игре дрифт стоит. Ну, вот я надеюсь, будут дрифтовые гонки. Я еще, погоди, смогу себя показать в них еще лучше. Чем вот просто добираясь. Вот гонки-гонки, и в том числе и в самих гонках дрифтовать. Ну классно выглядит, ну классно выглядит. Это, конечно, прикольно, кстати, загрузка в таком варианте, но когда вот... Так, ладно, погнали. Йосиказу. Цель. Финиш первый. Понятное дело. Поехали, давай, 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 малышка моя, я по тебе скучаю, я за тобой. Смысла не замечаю, так. Немножко дрифта. Для уверенного поворота. Ну, слушайте, трасса довольно сложная, похоже. Реально, очень много поворотов. Для моей тачки это не самое лучшее. Но дрифт никто еще не отменял, так что... Дрифтуем где-то. Где-то так проходим, кстати, нормально. Спокойно, спокойно. Немножко дрифта. Для любителей дрифта. Блин, здесь достаточно жесткие ограничения. Кстати, мне даже так больше нравится, потому что я, по крайней мере, понимаю, куда ехать. Это хорошо. Очень даже хорошо. Не проще, реально, я не делаю какие-то лишние движения. Влево-вправо, думая, куда мне. Влево или вправо, или прямо вообще. А так, нормально. Есть вот эти все эти указатели. Мне легче так. Когда вот прям трасса есть, а не просто... Ну, здесь вот, допустим, нет указателя, но вроде понятно, что она направо поворачивает. Потому что сама дорога поворачивает направо. На самом деле, вот вроде бы днем мы катаем, но все равно какая-то погода пасмурная, достаточно темно. Это напоминает мне то место, где я живу, правда, не совсем... Там небоскребов, правда, нет таких. Вот, но тем не менее, все равно что-то есть такое общее, знаете ли. Вот эти все лужи. О, мне кажется, я немножко тут промахнулся. Ладно, нормально. На самом деле, очень уверенно иду, прям, ну, слушайте. Такое ощущение, что моя тачка прям реально лучше. Не я лучше, а моя тачка лучше. А, все, нитро нету больше, ребят. Нитро нет, но вообще, нитро, конечно, нужно улучшать. По сути, что я улучшил в своей тачке? Я только лишь поставил нитро, все. Больше я ничего своей тачки не улучшал. Ну, вот еще, конечно, покрасил ее, охренительно круто. Вот, и все. И все, по сути. Может быть, чуть-чуть научился лучше управлять, не знаю, за это время, за эти видосики. Возможно. Так, это что у нас тут? А, это второй еще круг. Слушайте, здесь круги достаточно длинные, между прочим. Реально длинный круг. Так, поворачиваем, нормально.
Гоу-гоу-гоу-гоу. Ну давайте, газку поддай. А, больше не могу. Все. Это максимум. Я все в дрифте, ребят. Прикиньте, я все в дрифте еду. Есть поворот, блин, сколько же дыма. Ну, один чувак меня догоняет, кстати. Что-то я расслабился, похоже. Так, немножко дрифта для любителей дрифта. Эту шутку я уже говорил. Ну, у каждой шутки есть доля правды, да ведь? Так, давай, дрифтуля. Ну, на самом деле гонка немножко скучновато получается, потому что все-таки нету особой борьбы. То есть в самом начале была, и все, как бы, и дальше все. Ну, не хватает мне, наверное, в гонках. Ну вот, которые сейчас, да, происходят. Допустим, если вот с копами гоняться, то они постоянно тебя догоняют. То есть ты вроде начинаешь удирать от них, а потом они опять тебя догоняют, опять догоняют, опять догоняют. Что ж такое? То есть как бы ты ни ехал, они тебя все равно догоняют. Это круто. Это как раз таки круто. Типа, ты постоянно в борьбе. Постоянно борешься с дорогой, с обстоятельствами, с копами, с шипами, с какими-то еще их ловушками и так далее. Это круто. А здесь, ну, достаточно легкая все-таки победа получилась. Но, тем не менее, все равно приятно, ребят, мы в этом ролике, получается, только побеждаем. Это весело. Награда 13 371 бакс. Блин, слушайте, если бы в реальной жизни столько зарабатывать, я был бы вообще кошерным чуваком. Так, ну нормально, нормально, нормально. Очень даже приятненько побеждать все-таки. Так, а что мою точку можно? О, да. О, да. О, да. Ну что ж, ребятки, надеюсь, вам понравился ролик. Если так, почему бы не поставить лайк друзьям, рассказать, колокольчик нажать. В общем, подписывайтесь на канал. Друзьям, рассказывайте, колокольчик нажимайте, смотрите мои прошлые видосы по этой игре, прошлое прохождение. Собственно, смотрите весь плейлист Need for Speed Heat. С вами был Макс Шубин, канал это реально интересно. Всем удачи и до скорой встречи. Не забывайте ставить лайки. Пока-пока-пока.